Здравствуйте, с вами Светлана. Мы в магазине «Светофор». Давайте подойдем к текстилю кухонному. Очень много наборов полотенцев кухонных. Вафельные полотенца. В наборе идет 3 штуки «Гранд Текстиль». Давайте посмотрим. Вот такие вот с замечательными матрешками. Позитивные. Кто не любит слишком яркое, допустим, такое. Давайте посмотрим более милашное. Что у нас здесь? Также Гранд Текстиль, полотенце, хлопчатобумажные. И какие у нас рисунки? В клеточку с сердечками, розовые и вот такие бабочки. Затем у нас еще, давайте посмотрим, что есть. Так, фон голубой, и здесь такие вот принты. Потом с фруктами и также матрешки здесь. Полотенце у нас есть также в пыльно-розовом цвете. Розовое такое, приятное. Ну, махра. Даже не могу сказать, что она средняя. Очень мелкая. Рисунок идет полосочками вот такими вот. Но по качеству можно сказать средненькая, прям средненькая. Затем давайте вот посмотрим голубое. Размеры здесь разные. Вот 50 на 90, плотность 40. Плотность – это как раз плотность махры. 97-80. Полотенце махровое 70 на 140. Плотность 400. 211. Полотенце махровое 70 на 130. 400 грамм плотности. 210-50. Полотенце махровое 30 на 70, 380 плотность, 59-80. Полотенце джакардовое. Джакардовые полотенца хорошие. 50 на 80, 480 грамм плотность, 151-80. И полотенце 50 на 80, 380 грамм плотности, 97-70. Давайте посмотрим полотенце. Ну, также плотность у нее маленькая, оно не пушистое, лысеватое. Но кому это не принципиально, можно, в принципе, и взять. Затем вот как раз джакардовое полотенце. С одной стороны, оно просто махровое. Уже плотность у нее побольше. И рисунок вот такой вот приятный. Здесь идет строчка, махра. Такая идет кайма, и вот рисунок выстриженный, как бы уже красиво, приятно и по качеству лучше. Что у нас далее идет? А далее у нас идут и футболочки детские, вот такие вот приятные. Я не знаю, что это за человечек, такой козлик какой-то. Давайте вот так вот посмотрим. Вот такой вот козлик в костюме. Ну, симпатичный, в принципе, детям, знаете, выйти погулять во дворе. А потом обезьянка в костюме с цепью. Футболки по 82 рубля 80 копеек. Галоши, галоши садовые 62 рубля. Скоро осень, и нам на даче пригодится. Галоши голые, внутри у них нет подкладки. Ну, галоши, я хочу вам сказать, неплохие, качественные галошки. Такие галоши, я думаю, даже лучше, чем если есть подкладка, потому что подкладка будет постоянно выниматься оттуда. Также сланцы здесь, различные сланцы. Кстати, вот такие вот кедики уже разобрали.
Посмотрите, кеды симпатичные, по 338 рублей 70 копеек. И детские, и взрослые, и мужские, и женские. На резиночке, не обязательно вставлять шнурки. Разобрали, и даже вот такие вот малышки есть. Посмотрите, какие малышки. Для совсем маленьких. Симпатичные. Разобрали. Ну, будет еще завоз, я так понимаю. Также здесь ночные рубашки различные. Давайте их посмотрим. Размеры и большие, и маленькие. Сорочки женские. Хлопок. Оторочка, кружева. Затем далее, что у нас здесь есть? Свитшотики. Свитшотики. Давайте посмотрим. С длинным рукавом. Также хлопок. Размеры 44 по 48. Колготки. Кому нужны колготки? В садик, в школу. Детские. Производство Шугуа. Черные. Также Шугуа детские, розовые, с такими вот бриллиантами, голубые, все в упаковке находится, Шугуан, производство Китай. Давайте посмотрим, что здесь у нас, рюкзаки. Рюкзаки все еще есть в продаже, но уже разбираются потихонечку. Такая вот расцветка огурцы. Основной замок. И здесь замок для ключей, для носовых платков. Также широкие лямочки для того, чтобы не натирали плечи и уже наносилось. Что еще далее у нас тут есть? Ну, еще пока рюкзаки есть. Есть небольшие вот такие рюкзаки. Быстренько пробежим с вами. Вот такой рюкзачок новый, не было его. Расцветка, капли. Опять же, основной замок, основное внутреннее. И маленький замочек. Ключи, проездной, все, что хотите, можно положить. Влажные салфетки 100 штук, детские, 29 рублей 80 копеек. Аура. Всего лишь 29,80, девочки, это сказка. Фикс прайс, конечно, проигрывает в этой цене. Аура ватные палочки, 400 штук, 33 рубля 70 копеек. Такие вот ватные палочки. Швабра с насадкой из микрофибры, 420 миллиметров на 120 миллиметров. С телескопической ручкой, 149 рублей 90 копеек. Цвета различные. И вот такая вот она волосатенькая. Цвета здесь малиновые, синие. Для любого дизайна, который вы себе хотите. Вот такая позитивная рыженькая, оранжевая, зеленая. Расцветка любая. Можно сказать, не зеленая, а салатовая, цвет травы. Также можно подобрать ручку. Но ручку можно взять, допустим, вот такой вот оранжевый. Можно взять зеленую ручку. Или к салатовой взять оранжевую ручку. Или малиновую, любую. Чайники. Чайник очень легкий, прям невесомый. Я не могу сказать, что это хорошо. На 2,6 литра 285,90. Также есть швабра со съемной плоской насадкой из микрофибры 43 на 14, 149,90. Вот такая вот швабра. Она уже не волосатая, а из микрофибры. Ну, неплохая, в принципе.
Мастер Хом и ручка к ней, вот такая вот ручка телескопическая. Давайте пройдем, посмотрим, что здесь. Универсальные полотенца. Полотенце у нас 71.10. Бумажные полотенца ОВА 33.80. Кстати, не советую, мне не понравились. Очень тонкие. Туалетная бумага ОВА трехслойная, 8 штук. 79.80. И туалетная бумага по 74.90. 6 рулонов. Вот такая вот она. Два слоя всего. Изготовитель Россия. Кресло пластиковое. 392 рубля 20 копеек. Можно купить на балкон. Оно крепкое, но только вот в белом цвете.